26 января – Международный день таможенника. Для большинства жителей бывшего Союза таможенник – это суровый дядька, который смотреть не может на черную икру, не берет мзду и находится в перманентной обиде за державу. С такой таможней невозможно договориться. Еще одну сторону работы доблестных защитников экономических интересов страны нам поведал Владимир Высоцкий в своей песне «Случай на таможне». Там таможенники борются с контрабандистами всеми доступными способами. Трясут за ноги, чтобы выпали литые кресты, выкапывают из зубных дупел мраморные статуи, целенькие, только без весла, и добывают из карманных фиг складные иконостасы. Зачем вам складить, пассажир? Купили бы за трешку, березки русский сувенир, гармонили матрешку. Мир, дружба, прекратить огонь, попер он как на кассу. Козе баян, попу гармонь, икона папуасу. Понятно, что реальная работа таможенной службы далека от представленной юмористической картинки. Все, что пересекает границу, находится под их пристальным вниманием, за исключением погоды. Атмосферные фронты не ведают условных линий разграничения, доставляя в наш регион контрабандный холод из Скандинавии. Днем 26 января облачно, с прояснениями. Температура воздуха минус 8 градусов. Юго-западный ветер 3-5 метров в секунду. Ночью облачно. Температура понизится до минус 11, западный ветер 2-4 метра в секунду.